Всем привет! Нас мало, но мы в тельняшках. Прям в тему сказала. Я даже скажу, очень мало. Анюта, привет! Я уверена, ты будущий бриллиант нашей компании. Ой, наши команды. А, в прямом эфире? А как потом я ее закончу, ты продолжишь? Ладно, поняла. Сейчас. Всем привет! Так, ну-ка я здесь гляну. Ага. Так, все, поняла. Получается, вы, девчата, отсюда, да, смотрите? Прямую трансляцию. Всем привет. Еще раз. Угу. Ну все тогда, я еще в вебинарной комнате. Так, ну все, начинаю, значит. Ребят, ну что, я поздравляю всех, да, поздравляю с началом сезона продаж. Реально, 14-й каталог считается именно таким. И если сейчас начинать работать, да, бывают времена, когда в нашей сфере работы, да, мы можем работать летом, но не видеть результата. Если работать сейчас, то результат будет 100%. А особенно те, кто работал летом, у них все 200%, да, будет результат. Ввели, да, новое немножко новшество, да, решили проводить вебинары и планерки с утра для того, чтобы взбодриться, да, настроить день на правильное русло. Это будет у нас теперь на постоянной основе, да, не забываем, что сегодня у нас вебинар, да, в 10 часов, после меня подключится Алия, расскажет подробно про акции, и как бы менеджерские планерки мы тоже хотим вести на постоянной основе, потому что как бы в нашей работе все равно как бы есть определенные принципы, да, конечно, надо уметь рекрутировать, но есть большое количество людей, которые рекрутируют, да, но как бы не... как бы, наверное, как правильно это сказать, в общем, есть определенные принципы работы, которым все равно нужно придерживаться, и не только в нашей сфере, а вообще, да, в любой сфере, чтобы был результат. Поэтому, как бы, будем проводить менеджерские планерки. Ну, и моя тема, да, именно
В том году, в 14-м каталоге, я приросла за каталог на 4000, открыла звание золотого директора и благополучно его закрыла, получила премии и слетала в Испанию, да, и как бы сегодня, возможно, все хотят услышать секрет, как за один каталог это сделать, но как бы я скажу, что это реально, но также хочу сказать, что, конечно, это не было, решение было принято не в 14-м каталоге, да, это было принято намного раньше. Из чего нужно начинать, ребят? Нужно начинать с четко поставленного плана, то есть у вас должен быть фокус на результат. Если вы не будете знать, что вы хотите и когда хотите, результата точно не будет. Вот я сделала скрин своего плана, его я писала, мы были в августе месяце, отдыхали на юге у нас в России, да, и я отправила детей с мужем гулять и сама просто села, взяла листок бумаги, я часто говорю своим партнерам все, что вы хотите, да, даже если вы думаете, что вы это знаете, это нужно переносить на листок, на бумагу, любые действия. Бывает, знаете, у меня такое состояние, когда вот я думаю, блин, мне столько надо сделать, я ничего не успеваю, голова кругом, я просто сажусь и расписываю это все на листочке. И в итоге, да, очень быстро, там за 5 минут решаются какие-то моменты, которые я там, не знаю, 2-3 дня ходила, думала, как это сделать. И как бы и от того, что в голове стал порядок, от того, что ты сделала эти моменты, вы получаете энергию, да, и вы сразу успокаиваетесь и начинаете дальше работать. А вот я написала вот такой план, что я золотой директор в каталоге номер 14-м каталоге 2018 года. Кстати, да, еще у меня везде висело дома, на зеркале, на холодильнике о том, что я в 14-м каталоге открываю звание золотого директора. И я просыпалась с утра, да, и у меня подходила, умывалась, я читала эту записку, я подходила к холодильнику, я читала. То есть мой мозг постоянно думал о том, что я должна открыть это звание. И вот, знаете, ребят, конечно же, я составила этот план, но хочу сказать, ну, как бы, он не был в таком, как именно в таком, ну, он не выполнился так, как я его написала, да, да, я сделала этот результат, но, конечно, в процессе всего, да, пошло, ну, сама работа пошла немножко по-другому. И вот сейчас хочу сказать, да, основное, наверное, на что я, ну, считаю, что нужно обратить внимание. Во-первых, да, был четкий план по людям. То есть, вы знаете, кстати, на золотой конференции я услышала, многие, наверное, знают, что компания часто говорит, что она хочет быть Oriflame, да, номер один в мире. И я не знаю, как вы, но я раньше понимала это. Трансляция в обучающей группе Земфир идет. Я раньше всегда, ну-ка, сейчас я посмотрю. Да, идет, все нормально. Этот. Ну, как бы. Нормально, у меня ничего не пропало. Звонил телефон. Что значит компания Oriflame номер один в мире, да? Это значит, что для меня было понимание, что значит, чем больше товарооборот, да, будут больше покупать продукцию компании, и значит, она будет номер один в мире. Но на самом деле компания сама трактует это по-другому. Она это говорит о том, что компания Oriflame будет номер один в мире, потому что будет как можно больше успешных людей, которые смогли с помощью компании изменить свою жизнь, да, выйти на другой уровень, ну, отдыхать и путешествовать. И также наш бизнес, только Oriflame, это в большом масштабе, да, рассматривается, а вы свой маленький должны рассматривать именно, ну, в своем, да, в своей команде. То есть и постоянно его, ну, как бы, как сказать, набирать обороты, и она будет у вас разрастаться. Так вот, должен быть план не просто в баллах, да, конечно, там у нас идет за основу 7500, да, директорская структура, но вы должны понимать, кому из своей команды вы поможете, да, кого-то, кто-то акции заберет, да, то есть начиная с потребителей, даже к какому-то потребителю вы не должны там, увидели, что он свой шаг не забрал, вы должны позвонить
и сказать, я всегда звоню, я могу не позвонить потребителю, у которого, ну, нету никаких плюшек, у меня, я не могу позвонить просто так и сказать, слушай, возьми вот это, вот такая акция. Но если у него стоит шаг один, и он не забрал его, я обязательно позвоню. Если он говорит, у меня нету денег, я говорю, пожалуйста, зайди на сайт, забери хотя бы подарок свой. То есть или где-то, да, бывает какая-то скидочка или еще что-то, начиная с от этого и заканчивая своими ключевыми партнерами, которые у вас проходят, квалификации куда-то, да, у кого-то какие-то подарки. Вот этот момент нужно как бы, ну вот именно смотреть как бы по людям, да, и когда вы строите свой уровень, да, вы тоже должны знать, кому вы поможете. И, допустим, в моей ситуации, когда я начинала, да, у меня была команда Кати Медведевой, и которую я планировала вывести в Турцию в августе месяце, она еще была новичок, и команду Любы, да, Межовой, которая сейчас не работает, это моя родственница, но ее я тоже планировала вывести в Турцию, да, все остальное сверху я планировала проработать с потребителями. Но в процессе пошло что-то не так, да, как бы ситуации поменялись, но был четкий фокус на результат, и поэтому я постоянно ходила, думала, что делать. В итоге, да, когда я все-таки приняла решение в 14-м каталоге открывать директора, я была уверена, да, то есть мне же нужно было этот уровень продержать, и поэтому я, то есть я думала, что мы сейчас... Что, дочь? Ну, давай, посиди тогда тихонечко. Вон, иди, косметику разбери-ка всю. Этот. Поэтому, как бы, да, я когда принимала это решение... А? Чего? Не слышу. Ну, вот же лежит. Дочь, мы с тобой договаривались. Угу. А? Там же страшно идет. Будешь тот смотреть? Ну, я что сделаю, если он закончился? Тише. Тогда сиди со мной тихонько, хорошо? Так, про что я говорил-то? А, вот, я когда приняла решение в 14-м каталоге открывать директора, да, то есть я четко шла, я думала, да, что с Катей Медведевой мы сделаем директора. То есть я всегда верю в своих людей, и даже в процессе, когда я закрывала, да, этого не получилось, но тем не менее, как бы, ну, то есть хочу сказать, ребят, что, да, вот я дальше, у меня следующее идет, не допускала мысль, что не получится, то есть я не думала, что, блин, ну ладно, ну как бы запланировала, да, я в девятом, в девятом каталоге уровень, и... Ну, а в 10-м, 11-м пошло что-то не так. Я не думала, что, блин, я не пошла по плану, значит, я не открою в 14-м каталоге золото. То есть, значит, я искала другие варианты, да. То есть, ваш мозг всегда ищет варианты. Я привожу всегда пример. У меня поначалу я всегда 150 баллов делала, да, чисто... Ну, я как бы не брала много себе, я всегда собирала заказами. И мне мама помогала, да, давала маме каталог на работу, и она там, значит, ну, собирала заказы. Не скажу, что много, но все равно они были. Ну, так получилось, что осенью мама уволилась с работы, да, и, как бы, соответственно, она туда больше не ездила. И у меня такое, думаю, блин, а где я буду брать заказы? А маме Фанисы я никогда не носила каталог. Но в итоге, да, надо было искать. Я же не могу из-за этого бизнес свой взять и закрыть. Надо было искать варианты. Я попробовала с маме Фаниса предложить, да, попросила ее, чтобы она там в деревне показывала. И в итоге сегодня, допустим, вот по, в том каталоге почти 200 баллов она мне просто собрала заказы в деревне. То есть наш мозг всегда ищет варианты. Дочь, ну я что сделала? Будешь рисовать? Дальше. Некоторые, да, вот есть такой момент, да, что, к чему мы должны стремиться, когда вы что-то делаете, да, и вы планируете. Оставляю баллы на следующий каталог. Вот, вот это вообще, я помню, я такая сама была, ребят, я такая была на уровне 6%, когда думаешь... Там тебе не хватает 50 баллов до уровня, ты думаешь, ай, ладно, сейчас не буду делать, лучше в следующем каталоге, да, у меня будет и сделаю. Вот это, ребят, тоже неправильная мысль. Вот этот бизнес работает тогда, когда каждый каталог вы работаете на результат, вот вы запланировали и идете до последнего, и не начинаете юлить, да, в процессе работы. Вот вы сказали, что вы сделаете девятку, значит, вы любыми путями делаете эту девятку, да. А дальше, даже, как бы, вот я уже сказала, если не было результата,
куда-то, да, я всегда продолжала. То есть я делала. В итоге, когда там я уже открыла золото, да, я понимаю, что Катя не выходит на там директора, да, я, ну, это не значит, что я там, ну, взяла и говорю, я не буду дальше проходить это золото. Я искала другие варианты. Ну, дочь. Дальше, ребят, люди вас дублицируют абсолютно во всем, начиная от того, что вы как лидер не делаете 150 баллов в понедельник, да, а потом в субботу закрываетесь и ждете, когда ваша команда все доделает и ругаетесь. Нужно понимать, почему они должны делать, если вы сами этого не делаете. Лидер делает 150 баллов в первый день каталога, да, в нулевой день, потом скидывает это все в свои чаты и показывает. Только тогда ваши люди начнут дублицировать и делать все, ну, как бы вовремя. Думайте о людях, об их выгодах, да, то есть, как бы вы, уже я вначале сказала, что всегда нужно, ну, как бы, думать не о себе, а о том, и подходить к человеку и начинать разговор так, как выгодно ему, да, разговаривать с ним на языке выгоды. Ну и, конечно же, ребят, я как бы не спорю, что несмотря на вот этот четкий план, компания за все вот это, пока я делала золото, два раза она мне круто помогла в плане того, что она запускает очень крутые акции. Ребят, это готовая бизнес-система, где вам дают инструменты. И сейчас компания очень крутые акции запустила, да, Илья сейчас про них подробно расскажет. Если вы их будете брать и работать с ними, то есть, понимаете, это... как бы вам, вы не просто, вот на примере, да, вы не просто идете к человеку и говорите, Маш, пошли ко мне, я тебя приглашаю, это закажи, дочь, у меня прямая трансляция, этот, закажите что-нибудь и там возьмите. Вы подходите и говорите, Маш, слушай, блин, у нас там такая акция, ты же все равно моешься, смотри, давай я тебе расскажу, вот это покупаешь сейчас и за это получаешь вот это, вот это, вот это. Пусть у вас сейчас люди придут просто на подарки, у вас будут люди в структуре, с которыми потом вы сможете скоммуницировать, да, они попадут к вам в чаты. Очень часто новички приходят в чат и просто смотрят, да, а потом через месяц-два и говорят, слушай, у вас так интересно, давай-ка расскажи мне, что у вас там, что вы делаете. Поэтому сейчас вот эти два каталога нужно просто расставить приоритеты и тупо шпарить вот с этими акциями, работать с информационным листом, да, чтобы каждый человек в вашем информационном листе узнал об этих акциях, чтобы все знакомые ваши узнали. Причем, как бы, я сама работаю рассылками, да, ВКонтакте, то есть я редко, когда прозваниваю потребителей, в основном я каждый каталог скидываю акции, но именно эти акции я собираюсь прозванивать, потому что здесь нужно с людьми проговорить. И вот когда я шла на золото, да, то есть в 14-м каталоге объявили вот эти акции Сауди, я их удачно, да, то есть как бы... ну, как бы взяла в работу. Плюс у меня Катя и Эльвира шли на Турцию. Я понимала, что если они поедут в Турцию, то я это золото сделаю. Но в первом каталоге получилось так, да, что заканчивается квалификация на Турцию. Я думаю, ну как, так, что делаем дальше? Нужно было срочно принимать решение. И здесь опять компания запускает акции с телефоном и как бы нормально, благополучно закрываясь. Поэтому, ребят, берите все, что дает компания. Так, ну и, ребят, любые действия приводят к результату, абсолютно любые действия. Если вы ничего не делаете, то результата не будет. А если вы сейчас возьмете, прозвоните свой информационный лист, я вам на 1000% скажу, что результат у вас 100% будет. Не бывает такого, что вы что-то сделали, и это ни к чему не привело. Придет какой-то ключик, напишет какой-то потребитель, или еще как бы, ну, какие-то моменты. Вот, ребят, у меня все, сейчас подключится Алия. Если есть вопросы, пишите. Все, я отключаюсь. Так, всем привет. Немножко отсвечиваю, да? Привет всем.
Да, Юля немножко попутала, не в той группе запустила трансляцию, но я этот, в общем, тоже тогда в обучающей сделаю, если что, потом перекинем, чтобы уж не делить. Так, сейчас, секунду, допущу трансляцию. Юля, спасибо большое за выступление. Тоже в обучающей Зинфир сделаю, чтобы уж обе трансляции были там, раз уж Юля там сделала. Сейчас, секунду. Все, запустила. Ну что, ребят, всем привет, всех рада видеть, слышать на нашей менеджерской планерке. Как уже Юля сказала, мы решили, что такие планерки у нас будут теперь проводиться еженедельно. Вот, спасибо, Юль, за выступление. Хотела тоже немножко прокомментировать чуть-чуть. Вчера говорили с Юлей об этом, знаете, о том, что, понимаете, нет, вебинарки будет по-любому, у меня слайды. Говорили о том, что, понимаете, в любом случае, да, это не так, что ты такой сидел и такой в 14-м каталоге проснулся и такой думаешь, так, дай-ка я открою золото. Понятно, что это был какой-то план, да, какой-то план конкретных действий, и не просто абстрактно, я сейчас хорошо поработаю в 14-м каталоге, да, там буду сейчас фигачить. Такого плана не должно быть. То есть у вас должна быть привязка точно к какому-то результату. То есть если вы сейчас планируете, да, там взяться, начать работать, то в любом случае, значит, там к первому, ко второму, не знаю, там третьему каталогу, если вы сегодня там девятка, да, там, ну, даже, наверное, в первому смело можно открывать директора, да, условно говоря, может. Поэтому должна быть привязка к результату, понимаете? Если первым открываете там директор, значит, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, то восьмом точно закрываете директор. У вас должно быть, да, вот как Юля говорит, висело, что в 14-м каталоге открывает золото. Значит, у вас должно быть, что в 8-м каталоге вы закрываете директора, хотя сегодня еще 14-й каталог. И тогда, отталкиваясь от того, что вы запланировали 8-м директора, значит, первым нам нужно открыть старшего менеджера. Значит, от обратного, да, считаем. Значит, 14-м, например, вам нужно сделать минимум там 12-ку, да. И вы делаете эту 12-ку сейчас вот с классными акциями. И даже если в процессе что-то не получается, да, как у Юли, да, там в какой-то момент просто что-то шло не так, но она четко знала, что в 14-м она по-любому откроет директора. И это не произошло, золотого директора, это не произошло, ребят, так, что она такая ничего не делала, такая в 14-м акции начались, она решила поделать и тут же открыла золото. Конечно, нет. Это все равно результат, проделанный до, ребят, работы. Просто в виде баллов, в виде процентных уровней этого результата не было. То есть она работу делала, но вот как-то не получалось, да, как-то не складывалось, как-то прям такого роста крутого не было в процессе. Но работа все равно делалась. И как итог, в 14-м каталоге просто акции стали помощью, катализатором, да, и в любом случае усилился эффект от заранее проделанной работы. Ребят, поэтому вот сейчас, если до сих пор у вас нет этого плана, написать обязательно спонсору, сказать, что спонсор, дорогой мой друг, я очень хочу расти, давай вместе подумаем, давай вместе распишем, давай вместе будем делать. И расписали, оттолкнулись от того, когда вам нужно открыть директора, как, и что от этого, и что в этом каталоге, ну, какой план у вас по процентному уровню. И делаем, делаем до последнего, боремся за него, да, там, и, ну, невозможно просто, ребят, работать с прицелом на то, что, блин, я буду расти, там буду фигачить. То есть должна быть какая-то осознанная цель, какой-то осознанный план, понимание, да, там привязка, не знаю, может, в вашем случае это Турция, может, в вашем случае это какое-то новое звание, то есть только так. Но то, что акции-то действительно крутые, это надо понимать. Сейчас мы про это с вами поговорим. Давайте еще раз разбираться вообще, да. Все вообще, да, разобрались с акциями? Все понятно, ребята? Или давайте прям пробежимся чуть-чуть, да?
Вер, не в этой группе, просто Юля запустила уже в этой группе, и я тоже здесь запускаю, чтобы уже только в этой было. Перепутали. Да, давайте немножко пробежимся. Еще раз, да, будут очень крутые подарки и для новичков, и для спонсоров. Для новичков человек регистрируется в компании, размещает единовременный заказ на 1000 рублей в течение, да, 72 часов и получает бесплатную доставку и регистрацию. Дальше, если он размещает единовременный, ребят, единовременный заказ на 50 баллов в течение 21 дня с момента регистрации, то получает в подарок тушь для ресниц 5 в одном. Нашу шикарную тушь. Здесь просто вообще бомба. Если человек делает суммарный заказ на 100 баллов в течение 21 дня с момента регистрации, да, здесь уже, ребят, суммарный заказ, не обязательно единовременный, то получает туалетную воду, шикарную нашу парфюмерную воду Giordani Gold Essence всего за 199 рублей. Пожалуйста, дорого продавайте этот подарок, говорите о том, что это шикарный, дорогой и, правда, очень офигенный аромат, который, да, стоит очень дорого в наших каталогах, и новичок может получить всего за 199 рублей. Далее, да, то есть для новичков каждую неделю, если человек разместил и оплатил единовременный заказ на 50 баллов в течение 21 дня с момента регистрации, но не позднее 16 ноября, то он участвует в акциях, участвует, вернее, в розыгрыше призов, смартфонов, ноутбуков и 50 тысяч рублей на путешествие. Это каждый, абсолютно каждый новичок участвует. Если же новичок размещает заказ на 100 баллов, то дополнительно он еще участвует в розыгрыше одного из двух автомобилей Kia Soul. То есть он участвует и в том розыгрыше, и в этом, ребят. Так, что у меня со слайдами? Для приглашающих спонсоров 130 тысяч наборов продуктов и аксессуаров, 300 смартфонов, 60 ноутбуков, 6 денежных призов по 50 тысяч, 12 автомобилей Kia Soul и 2 автомобиля Kia Optima. Что нужно сделать приглашающему спонсору? Приглашающий спонсор делает личный заказ от 50 баллов, становится приглашающим спонсором для одного и более новичков в период проведения акции. Каждый новичок с единовременным оплаченным заказом на 50 и более, сделан в течение 21 дня с момента регистрации, дает тебе шанс получить отличный подарок. Естественно, чем больше у вас новичков, тем больше у вас таких подарков, да, и каждые 3 дня, если у вас получается, есть новичок с заказом на 50 баллов, то за каждого такого новичка ты гарантированно получаешь один из наборов продуктов или аксессуаров. То есть все эти наборы, да, сумки, либо наборы, да, то есть, ну, розыгрышем будет определяться, что вы именно получаете. Но в любом случае вы гарантированно что-то получите, да. То есть это не так, что некоторые получили, некоторые нет. 100% за каждого новичка с заказом на 50 баллов вы получаете один подарок. Просто какой подарок? Это определит, ребят, розыгрыш. По-моему, это вообще просто фантастически круто. Я не знаю, просто рекрутируй лежа, да, рекрутируй не хочу. Дальше, да. Если ты приглашаешь новичков, да, и они делают единовременный заказ на 50 баллов, и при этом ты сам размещаешь заказ на 50 баллов в том же каталоге, что и новички, то каждую неделю за каждого такого новичка у тебя шанс получить один из 50 смартфонов, один из 10 ноутбуков, денежный приз 50 тысяч рублей на путешествие и один из двух автомобилей Kia Soul. Это, ребят,
каждую неделю. Естественно, чем больше у тебя таких новичков, тем больше шансов у тебя что-то выиграть. Смартфон будет Xiaomi Redmi 7, ноутбук Acer Aspire 14, 50 тысяч рублей на путешествие и автомобиль Kia Soul. Два, вернее, автомобиля Kia Soul. И если ты, приглашаешь новичков, и твои новички делают по 100 баллов, и ты размещаешь, опять-таки, заказ на 50 баллов обязательно, то ты дополнительно участвуешь в розыгрыше одного из двух автомобилей бизнес-класса Kia Optima. Но для этого надо, чтобы твои новички сделали по 100 баллов. Так, ну, вроде все понятно, да, ребят? Акции вообще просто фантастические. Я не знаю, когда их на мегафоруме объявили, мне кажется, я в такой эйфории вообще была. Я просто стою, слушаю и офигеваю, что это вообще все реально, что это реальность. Очень классно, очень круто, тем более мы имеем опыт прошлых акций. Это действительно, мы практически, я анализировала, практически по сравнению вот с прошлым каталогом и в каталог, когда эти акции стартанули, мы практически, в два раза мы точно выросли. Объемы выросли практически в два раза нашей команды. Представляете, за один каталог с помощью этих акций. И далее уже почти, шли на этом же уровне, где-то, конечно, там были спады, да, но практически далее там уже с приростом, держался этот прирост у нас. Представляете? Это реально очень крутые акции. Ребят, хочу обратить внимание, это рекламная акция. То есть мы понимаем, что это не заслуженно, то есть это не как там автопрограмма, да, то есть нужно там сделать директор, нужно сделать, выполнить определенные показатели, да, их там достаточно несколько штук, да, там, и только после этого ты там можешь претендовать на автобонус. Также там, допустим, какие-то подарки, да, обычно, как у нас бывает, там, пригласи двух, там, троих, четверых, шестерых, там, и тогда вот там за это будут подарки. Это, ребят, розыгрыш. То есть это серьезные денежные вливания со стороны компаний. Очень мало компаний, которые работают в России, да, то есть, неважно, там, какие они европейские, какие, которые могут себе это позволить, делать такие крутые розыгрыши. Для чего эта компания делает? Компания повышает просто лояльность к себе, да, то есть, у обычного человека, у обычного потребителя, у человека, который, в принципе, там, не строит бизнес, и упрощает нам с вами рекрутинг. Нам легче идти на рекрутинг, нам есть чем идти на рекрутинг, нам проще о нем говорить, да, и это отличный повод для коммуникации. Очень важно понимать, ребят, что этой осенью компания прогнозирует рост. Она прогнозирует рост с помощью этих акций, потому что, я вам говорю, даже если моя команда, да, в том году приросла практически два раза, да, то, конечно, в целом, да, по компании очень крутые результаты. Я поэтому уверена, да, что проанализировав все это, они как бы еще вновь повторяет и делает еще круче. Вот. Поэтому компания прогнозирует рост, но будешь расти ты конкретно, я не знаю. Это зависит, как вы думаете, от кого это зависит? Будешь расти, будешь ты конкретно расти? Конечно, это от тебя самого зависит, то есть будешь ты расти этой осенью или нет, но компания будет расти, понимаете? В любом случае будет рост, но воспользуешься ли ты этим, возьмешь ли ты это на вооружение, начнешь ли ты работать, зависит только от тебя. Просто это действительно очень классная возможность, очень классный катализатор для твоего сегодня роста. Так, у меня, короче, куда-то делся один слайд. Да, его нету. Я хотела проговорить о том еще, что сейчас с помощью этих акций можно работать с любой категорией людей. То есть с людьми, которые к вам пришли на бизнес,
но по каким-то причинам что-то пошло не так, и они где-то заснули, да, то сейчас просто к ним обратиться, сказать, что смотри, какие сейчас крутые акции, давай я тебе помогу, давай будем их использовать, давай будем расти, получишь классные подарки и будешь расти, да, прирастешь, давай с тобой запланируем. Это отличная возможность обратиться к потребителям, которые есть у вас сегодня в команде, да, то есть просто объяснить, рассказать, сказать, что смотри, можно забрать такие акции, ты все равно пользуешься продуктом, да, как бы давай вот так и так дам тебе такой расклад, да, можно зарегистрировать маму, можно зарегистрировать сестру там тоже, и они же у тебя все равно там пользуются продуктом, вот. Это классная возможность обратиться к уснушкам, да. Это я сейчас говорю, что как проработать сейчас в команде. Это классно сейчас запланировать рост с вашими ключевыми партнерами, подумать, как вы будете использовать эти акции. Ну и, конечно, это отличная возможность идти рекрутировать. Это прям бомбическая возможность сейчас пойти классно на рекрутинг, пойти к новым людям, к людям, которых вы когда-то звали, к людям, которые когда-то вам отказали. То есть это классная сейчас коммуникация, с которой можно идти. Смотрите, еще очень важный момент, вот Юля тоже про это сказала, о том, что в любом случае люди, которые сейчас придут в вашу команду, так или иначе, да, будь то потребители, будь то люди, которые просто пришли на акции, это ваш потенциальный баг, который в последующем у нас будет очень классный продажный каталог, да, вы сами понимаете, потому что впереди Новый год, 23 февраля, 8 марта, это сезон продаж. Это официально, когда растет балловый заказ, да, средний балловый заказ растет. Даже если это потребитель, он делает хороший балловый заказ, а в любом случае, даже если это не ваш ключевой партнер. И однозначно те люди, которые сейчас придут и станут вашим потенциальным баком, дадут вам рост, понимаете? 100%. И, возможно, среди этих людей, которые окажутся в ваших чатах, да, которые просто потребляют продукт, есть вероятность, что они через какое-то время там начнут задавать вопросы про бизнес в том числе. Это важно. Поэтому что важно сейчас? Ребят, сейчас важно просто фигачить. И другими словами я не скажу, ничего нового вам я не открою, не дам каких-то там крутых советов, да. Просто фигачить. Просто прям по максимуму поставить, да, еще раз. Поставьте какую-то цель, да, сегодня же написать спонсору. От этой большой цели оттолкнуться на маленькую, привязаться к сегодняшнему каталогу, какой результат мы хотим получить, и просто идти и фигачить, ребят. Я вот тут небольшие скрипты. Да, как можно сейчас вообще к людям пойти? То есть вот зарегистрирован потребитель. Человек у вас потребитель, делает раз три каталога заказик какой-то, да, там вы пишете ей: «Привет, Маш, я знаю, тебе бизнес не интересен, но моя задача проинформировать сейчас, да, всех. Сейчас у нас такая крутая акция, такого еще не было, очень классные подарки, можно машину выиграть и не только. И плюс гарантированные подарки». Сразу отвечаю на твой вопрос, что надо делать? Надо зарегистрировать человека, чтобы он сделал 50 баллов. Все. Тем, кто молчит или сказал «нет». «Привет, Таня, как-то общались с тобой по поводу бизнеса, решила тебе написать в связи с тем, что у нас проходит очень крутая акция. Можно машину выиграть, и не только. Плюс гарантированные подарки. Кто знает, может, именно ты выиграешь машину». Дальше. «Тем, кто сказал, подумаю». «Привет, Маш, пока ты думаешь, я тут тоже подумала, что нельзя упускать шанс, потому что у нас проходит очень крутая акция, можно машину выиграть, и не только. Плюс гарантированные подарки. Кто знает, может, машину именно ты выиграешь». Тем, кому предлагали. «Привет, Марин. Слушай, я вновь тут добралась до тебя. Может, ты уже видел, но я решила первым делом тебе написать, потому что такого еще не было. Да, представляешь, Oriflame разыгрывать нереально крутые подарки». Ой. «Тем, кто покупает у вас продукт, да, то есть ваш клиент. Привет, Таня, я знаю, что ты любишь наш продукт, а еще любишь, наверное, подарки. Угадала? Просто я тоже люблю. Так вот, Тань, смотри, у нас очень крутая акция сейчас. Тем, кого не звали еще, да, то есть до кого еще не добрались. Привет, Ален, в общем, ты знаешь, что я развиваю бизнес, да. Давно хотела тебе написать, то, что, знаете, я как-то трудолюбивый, целеустремленный человек, только не врать, говорите конкретно какие-то качества человека. Признаюсь честно, очень хотела такого человека в команду, как ты, но тут, что называется, прям сам Бог велел. Дело в том, что у нас начались очень крутые акции, такого еще не было. В общем, расписался тут, ты должна как минимум послушать, что тут делать надо. А там, глядишь, может, машину выиграешь».
Вот, и вчера буквально, да, я вот делилась уже в чате о том, как у меня пришла регистрация, да, то есть человек просто отреагировал на сторис, что это тоже моя любимая песня там с банкета, все, я ей просто пишу, а я ее уже два раза звала, очень подробную презентацию рассказывала, да, на что она, ну, как бы позвала в очередной раз, я говорю, Лир, пошли уже ко мне в команду, да, она говорит, ой, типа, нет, я на работу выхожу, я говорю, ну, ладно, давай, удачи тебе, чтобы все хорошо будет, и тут же записываю голосом, слушай, говорю, Лир, я тут что подумала? Сейчас у нас просто классная акция, да, реально хорошие подарки. У нас очень хорошие витамины. Я сама пью, и дети пьют. Сейчас осень, сезон, простуд, сама говорю, понимаешь. И даже пока бизнес тебе, в принципе, не актуально, но будешь пользоваться продуктом, покупать себе, да, там, получишь, ну, действительно, говорю, клевые, классные подарки пока. Просто такая акция, да, то есть она просто тоже, говорю, не, ну, как не на постоянной же основе, она просто короткий промежуток времени. А там, кто знает, может, когда-то бизнес будет тебе актуален, ну, по крайней мере, говорю, начнешь не с нуля, то есть, ну, возможно, как бы, ну, говорю, все же жизнь меняется, сама понимаешь, кто знает. Она говорит, ну, да, как бы, всякое бывает. Ну, и тут же мне отвечает, слушай, правда, давай, говорит, я давно хочу витамины попробовать, как бы, тут дети постоянно болеют, вот, да, обязательно скину. Вот, поэтому, как бы, то есть человек отказал мне, да, ну, как бы она говорит, там, типа, спасибо, да, но, говорит, я все на работу выхожу, но я записываю голосом, и когда, ребят, когда человек вам, если вы, как бы нужно на что-то акцент делать, я делаю акцент на витамины и, собственно, попадаю в точку, вот, поэтому как-то так. Да, конечно, переделывайте под себя, однозначно переделывайте под себя, потому что это такой индивидуальный, на самом деле, момент очень сильно. Вот, просто акцент на акции, ребят, вот прям акцент на акции, то есть прям, я говорю, просто, понимаешь, ну, говорю, акции-то тоже не на постоянной основе, да, то есть просто сейчас, говорю, зарегистрируешь, даже будешь покупать для себя продукт, но зато, говорю, подарки получишь, клевые, классные, вот, так, про еще хотела сказать, сбилась с мысли, ну, в общем-то, все, да, ребят, что еще из важного? Из важного, что надо просто делать. И очень много делать, и сейчас особенно те, у кого Турция на кону. Ребят, не пропустите, не... Вот правда, я не знаю, я была уже там на менеджерских конференциях, да, на двух золотых конференциях. Это был 4-й банкет в моей жизни. И каждый раз... После каждого мероприятия я приезжаю с пониманием, что это было лучшее мероприятие вообще в моей жизни, понимаете? Вот просто лучше. Я не знаю, как это удается компании, я просто не знаю, ребят. Но это каждый раз все лучше, лучше и лучше. Я просто не представляю, как это вообще получается. Причем неважно, что это, менеджерская конференция, да, там золотая конференция, банкет, да, но... Это реально все лучше и лучше. Я уверена, что эта менеджерская конференция будет просто бомбическая. Причем нам пообещал сам, да, Александр Сафронов. Поэтому, ой, Сафонов. Поэтому, ребят, сейчас, вот особенно тем, кому в следующем каталоге надо делать пятнашку, да, ребят, два каталога впереди, полтора месяца. Это достаточно хороший, классный промежуток времени. Крутые акции запустили. Все просто сошлось воедино для того, чтобы сделать вам этот результат. Поэтому я уверена, что все получится. Нужно просто пользоваться, нужно просто делать и делать очень много. Мы вчера, у нас была директорская планерка, мы, правда, запланировали очень много классных инициатив вам в помощь. Одну из них мы уже озвучили, да. Еще впереди будет тоже очень много хороших вещей, которые вам помогут для роста. Но мы правда с директорами настроены очень решительно, поэтому очень хотим, чтобы вы поддержали нас, очень хотим, чтобы вы были с нами и были в этой фазе роста и росли, просто пользовались, да. Ну и на выходе, ребят, вот на выходе сейчас рост как никогда очень... который принесет много классных благ, потому что на выходе можно и в Турцию, можно и новое звание открыть, и, блин, еще кучу подарков по пути собрать. Ну, реально, за каждого новичка с 50 баллами, да,
Гарантированные подарки. Крутые гарантированные подарки. Но соберете капец, как сколько подарков. Вон, на Новый год не надо будет покупать, там, на 8 марта. И себе любимые вообще, как бы, круто, классно. Еще и в розыгрыше, может быть, повезет вам. Ну все, ребят, давайте за работу. Много говорить не буду. Рада была всех видеть, слышать. Вот, и сейчас сторис еще запилю. Вот, ну все, ребят, много говорить не буду. Давайте, пошлите работать. В общем, все материалы я скину в чат. В общем, пользуйтесь на здоровье и погнали. Все, пока-пока.